когда мы сегодня говорим о том, что это фестиваль для детей с ограниченными возможностями, я бы сказала, что это фестиваль для детей с безграничными возможностями. Люди приехали из различных стран мира, приехали для того, чтобы в течение этих 3 дней обменяться опытом, рассказать о тех новшествах в правилах, о тех новшествах в положениях, которые Международная Федерация на Генеральной Ассамблее уже озвучила.